Трасса R228. Вот обновили асфальтное покрытие. Смотрите, как красиво стало. И вот видите территорию, где Рязано-Уральская дорога отдали частникам по строительству. Смотрите, сколько прикольных домиков появляется. А ниже это турбаза, авиабаза. Ну там, я скажу, недешево. Там вот знакомые четыре девушки снимали домик. Вот они 12 тысяч отдали за сутки. Ну, если, в принципе, поделить на 4, то может быть нормально. Она, видите, вот эта турбаза, она так, там все так построено на летную тематику. Просто этот бизнесмен, который построил эту авиабазу, он служил в летных войсках, поэтому у него все вот на такую тему. Это стела парка Юбилейный. Основан 9 мая 2015 года. Это, я так понимаю, сам парк Юбилейный. Просто елочек насажали и все. Ну, скромно, скромно. А это Успенская церковь в третьем городке. Господи, спаси и сохрани. Это он колокольчики для перезвона. Люблю перезвоны слушать. Она где-то учится, прикольно. Звонари. Но в Котово тоже звонарь есть, он тоже там нормально лобает. Это вот виноград они сажают здесь. Вот в Котово там яблоневый сад, а здесь вот виноград посадили. Вон, друзья, видите, американские горки сделали. Так что приезжайте с детьми, катайтесь. Дети любят американские горки. В нашем детстве их не было. Ну, а это легендарный медицинский колледж. Отсюда выпускают наши врачеватели, спасают нас. Вот они, таунхаусы камышинские. Thank you.
А вот с этих общак, ну вернее сейчас уже малосемейок, наверное, смотрят на эти таунхаусы и завидуют. Столько, наверное, завистливых глаз увидишь. Иду сейчас по самому металлическому мосту. Вот кто хочет путь сократить, вот по нему идите с третьего городка до Старого Камышина. Видите, джунгли Амазонии окружают нас. Фига себе, камыши вырастают в двухэтажный дом. Это лодочная станция. Катерки. Теплохода не знаю, есть тут Камышан. А дальше речной вокзал. Это смотровая какая-то, что ли? Вот, друзья, центральный пляж. Уже никто не купается. Уже никто не купается, утки. Мужик один в плавках сидит, вот, не знаю, купается он. Или просто загорает. Попробуем воду. Вода градусов 15. А что, вода теплая, да? Потому что градусов 15, да? Еще купаться можно, что-то народ уже не купается. Ну, я не знаю, я купаюсь и плюс 2, плюс 5 даже температура. А сейчас она вообще теплая вода. Странно, что люди не купаются. Ну, вода зелененькая, да? Вон там, вон дальше. Какой классный дебаркадер был. Взяли, сожгли его. Там что-то местные бандиты что-то между собой не поделили. Вернее, не местные бандиты, а, как я знаю, администрация там с бизнесменами не поделили. Он хотел в этом дебаркадере кафешку сделать, а администрации это не нравилось. И, короче, они просто взяли и просто его сожгли. Мне, конечно, нравится, как облагородили набережную. Я люблю здесь гулять. Да и все камышане, думаю, любят. Микрорайон. Это вот долгожданный скейт-дром. Ну, это, конечно, не скейт-дром, а пародия скейт-дрома. Правда, они его назвали
Extreme Drone. Даже памятку повесили. Ну, технику безопасности. Я вам ее позже покажу, эту памятку. Ну, это, наверное, все-таки может быть и правильно, все-таки для детей построено. Хотя, если честно, ничего экстремального я здесь не вижу. Мы в детстве, когда вот пятиэтажки, знаете, строились, вот, вот балконы, там же просто плиты торчали одним из с плиты на плиту перепрыгивали на пятом, на четвертом этаже. Вот это был экстрим. Или на санках катались. Но я лично не катался на крыше пятиэтажного дома зимой. Вот это экстрим. А это, я не знаю. Ну вот, посмотрите, друзья. Ну что это за скейт-дром? Или экстрим-дром? Ну смешно, правда? Это вот памятка эта.